Подходят к концу отборочные соревнования WorldSkills Russia на национальный чемпионат, который пройдет в Краснодаре. Сейчас еще не подведены итоги, но многие компетенции уже завершены и осталось лишь подсчитать результаты. О том, как проходят крупнейшие отборочные соревнования, в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. В течение почти двух недель около 1000 конкурсантов со всей страны соревновались по 16 рабочим компетенциям блока «Сфера услуг». Якутия – один из 7 регионов, в котором проводится отбор на национальный финал. Это на самом деле шанс показать то, на что они способны, чтобы эксперты мирового уровня оценили их навыки профессиональные. Участники из Якутии представлены в каждой из компетенций. В основном это победители регионального чемпионата. Один из них – Алишер Нуров, студент второго курса Якутского медколледжа. Ну а в плане того, что мы делаем, это все то же самое. Все, что мы проходили, мы здесь делаем. Все, что мы знаем, мы это показываем. Студентка третьего курса Якутского педколледжа Лена Ефимова в прошлом году стала бронзовым призером полуфинала WorldSkills в Хабаровске. Она принимала участие в компетенции преподавания в младших классах. Именно учителя и дошкольные и воспитатели воспитывают наше будущее поколение детей. То есть воспитатели закладывают зерно в детях, а мы, учителя, уже его начинаем его развивать, чтобы потом выросли порядочные граждане нашей страны. В отборочных соревнованиях, которые проходят по всей России, заявлено 32 конкурсанта из Якутии. Все они студенты профессиональных образовательных учреждений. В прошлом году мы принимали участие по 21 компетенции на уровне Дальнего Востока. Потом в финале мы приняли участие по 9 компетенциям. Для проведения этих отборочных соревнований были приобретены полные комплекты необходимого оборудования. По окончании соревнований все это оборудование станет доступно для образовательных организаций. Соответственно, оно послужит для подготовки сотен новых профессиональных кадров. Юрий Осипов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.